Your love is my lifeline. Dangerous is night time. Your love is my lifeline. Hi everyone, I'm Alexander Alenin. I'm driving landscape from the Gothic Night of the Raven. This is City Harinis. This is Ferm Lobard Ferm landscape. My landscape. Your love is my lifeline. Your love is my lifeline. Сейчас примерно утро, не знаю, 6 утра примерно, или 7, сколько. Судя по тому, что, наверное, очень рано сейчас. Рисую с самого утра. Я рисую с самого утра. Я не художник, я просто фигня. В рифму, да? Doing drugs since the night time. I love you. Love is my life. На самом деле не люблю детали прорисовывать, но это не важно. Я помню Пита Тверкович, когда мы разговаривали, он расстроился тем, что я сказал, что я ему тогда не доверял, а разговорив по телефону с ним, я стал ему доверять. Он как бы, как я понял после этого, ты перестал считать меня другом, ну вообще считать меня нормальным человеком, то есть с которым, и ты решил не отправлять мне ничего, я там что хотел отправить почтой. Просто я хотел оправдаться перед тобой в том, что у меня немного есть паранойя, и я, ну а у тебя анонимная страница, я не знал просто действительно кто ты. Даже не на то, что ты денег закинул, спасибо тебе тогда. Ты первый, кто, кстати, задонатил мне тогда 88 рублей. Прикольная цифра. Ну это. И еще я тебе надоел своими голосовыми там. У меня был просто приступ тревожности, потому что я немного больной человек. Ну, не знаю. Можешь считать меня каким-то. Ну, похоже, ты вообще разочаровался, мне жаль. Ну ладно. Я заслуживаю этого. Надо было. Я помню, ты сказал, то есть тогда ты мне не доверял. Я только потом понял, что тебя это задело, что тебе неприятно это было, что я тебе не доверял тогда. Ну, потому что просто, во-первых, у меня паранойя, а во-вторых, у меня
у тебя анонимная страница, как бы. Я просто реально не знал, кто ты на самом деле даже. А когда поговорил по телефону, я понял, что, ну, узнал, что тебе. Ну, короче, ладно. Извини, если что. Жаль, что те, кто обещали мне отправить почтой материалы для рисования, так и не отправили. Но я ничего не имею против этого. То есть просто нету желания у людей там, или еще что-то, какие-то проблемы. Но когда я не сдерживаю свои обещания, меня жестоко наказывает жизнь. Или кто-то, кто сам не сдерживает свои обещания по отношению ко мне, но когда я по отношению к нему или к ней не сдерживаю обещания, то меня ждет беспощадная ответка. А я нормально отношусь, если человек не сдерживает обещания. Я, ну, со смирением как бы. Просто не обращаю внимания на это даже. И ничего такого. И дальше продолжаю дружить и общаться. Что я устал рисовывать детали. Так, как бы я уже запутался. Цепи. Как они тут так делают? I love you. I just love you, babe. I just love you. You know? I miss you. I love you. I miss you. I love you. I miss you. I love you. You know. Блин, как тяжело, как мне муторно эти цепи пририсовывать. Вообще капец. Ну, я прорисовал. Так, нигде не пропустил. Вот, пропустил. I just love you. Love you. I'm just love you. I just love you. Baby.
just love you. I just love you. Just love you. Просто я не хотел никого задеть, обидеть. Честно говорю, я прошу прощения, если кого-то задел словами, там как-то недопонимание какое-то вышло из фанатов готики там или просто. У меня немного проблемы есть с общением. И негативный опыт в прошлом очень тяжелый. Я вообще собирался вообще уйти из контакта еще до этого, но я что-то продолжал по инерции выкладывать. Продолжаю. Ну, я считаю, пока я вижу, пока я могу рисовать, я буду всю жизнь рисовать готику. Потому что потому что у меня есть аутичные черты мозга. Вам даже уже надоест, что я постоянно рисую. Но я на самом деле рисую постоянно в разных ракурсах. Обратите внимание, видели ли вы когда-нибудь такое? Нет. Вот хотя бы это вот, задумайтесь. Хоть на секунду. Ну, просто. Я не говорю, что не имею в виду, что вы так тупые. Просто задумайтесь. Вы, возможно, даже никто уже больше, все уже забудут про готику, я буду ее рисовать. Точно так же я и в жизни и с девушкой, или с другом не могу забыть. Если друг оказался не другом, а совсем наоборот, или девушка, просто не будем об этом, о плохом всяком, ладно, ну, о нехороших событиях там. Реально очень сильно устает, когда детали вот такие вот прорисовывать приходится. Мне вообще это не нравится на самом деле. Ну ладно, это не важно, что мне не нравится. Важно, что вам нравится. Блин, я испортил. Так, я испортил цепь. Теперь она не похожа на цепь. Похоже на какую-то хрень. Передайте Пите Тверкович, что я извиняюсь, ну, прошу прощения, что он разочаровался во мне. Я просто сам виноват. Я немного не так понял мои слова. Если бы он знал, что я пережил, он бы не стал это, не, ну, разочаровываться во мне и презирать меня из-за того, что я сказал там, что типа я раньше тебе не доверял, а сейчас доверяю. Ну, извини, пожалуйста. Передайте, пожалуйста, ему. Если это возможно вообще. Если кто-то знает, ну, кто-то захочет, кто-то там, то я буду рад, если он услышит это.
испортил цель. Потерял хорошего фана готики из-за глупости, которую я сказал. Просто я не знал, что это за день. Просто я не знал. Я думал, он поймет, что типа. Ну, понятно, что я виноват. Тогда мы разговаривали. Еще я голосовые отправлял. Ему это надоело. Извиняюсь, я прошу за это прощения. Короче, я полный мудак. В общении. Только порчу все. Мне там начали просто угрожать, и я писал ему, находясь в панической атаке некоторые. Ну, в тревожности. Извини, пожалуйста. Я больше так не буду делать. Я серьезно говорю, вернись, ну, честно, без прикола всякого. Ну, ладно, если не хочешь, то ладно. Так, я все равно буду рисовать готику. Наверное, в будущем буду бомжом просто, и найду мелок на улице и буду рисовать просто на стене дома мелком готику. Меня изобьют, вышвырнут, посадят на 15 суток за вандализм, за то, что я мелочком готику рисую, и скажут: фу, бомж. Я скажу: я с 17 лет рисовал для города мелками бесплатно, вот дорисовался, что стал бомжом. Бесплатно рисовал, придурок, скажет. Так и будет. Это просто констатация факта. Это не самопрограммирование никакое. Это просто сурово. Можно засунуть голову в песок и типа думать, что будет все круто, но на самом деле все будет именно так, к сожалению. Такое стрёмненькое деревце получилось, которое я все не умею научить, не могу научиться рисовать. Как могу, рисую постоянно по-разному. Елки. Ну, как бы похоже на елку, но все равно фигня, скажи же. Кто-то музыку слушает, но все катушку. Сейчас мне надо посмотреть. Восемь часов утра.
Я готовил еду себе там. Я не хочу есть. Сейчас надо таблетки принять. Антидепрессанты, нейролептики. Засню. Если это, ну, вообще зачем, хотя зачем это нужно делать? Просто я принципиально делаю, показываю правду, не скрываю. У меня даже есть видео, где я в туалет хожу и пока и рассказываю конкретно, как я хожу в туалет, типа абсолютная искренность даже в каждой мелочи. Ну, типа, это очень глупо. Я был под таблетками. Если бы у меня был интернет, я бы выложил. Да я все выложу. Это только цветочки еще. Вы еще успеете 1000 раз разочароваться. Ну, офигеть от того, какой я придурок и дурачок. Я сам смогу. Я сам поражусь этим. Удивлюсь. Даже сам удивлюсь этому. Так. Как же прорисовать горы вот так, чтобы как бы они такие белого цвета, но как передать здесь это? Вот я вот это не очень знаю. И синеватую. Фишка готики в том, что она уходит в синеву, в такую красивую, сливаясь с небом, там вот. Красивые синие вдали эти оттенки. Это очень красиво. Как это передать? Мне не хочется рисовать людей вообще. Мне хочется рисовать пейзаж. Здесь подъем идет. Здесь я нарисую башню Ксардоса. А здесь нарисую монстров, которые нападают на город. И он этот как бы говорит, типа, приготовиться. Ну, типа, командует. Приготовиться к нападению. И что-то вроде того. Лучше бы я карандашом прорисовывал, а потом сверху ручкой, чтобы не напортачить. Но я не буду. Как получится. Такая фиговенькая башенка получилась у меня, пока что еще не пририсованная. Сойдет такая башня, нет? Это композиция, которую я, и никто, наверное, ничего не рисовал так. С такого ракурса. Даже скриншотов с такого ракурса нету. Из игры. Я бы хотел, чтобы был, так бы мне проще было рисовать, но так я рисую фактически. Примерно сам додумываю как-то. На самом деле гора более круто вниз спускается. Сейчас самое главное здесь прорисовать ферму Лабарта, основные его. Блин, был бы у меня такой вот голубой цвет, как прям здесь, в игре, вот в этой. Вообще-то у меня есть такой цвет. Я могу им сейчас нарисовать, прорисовать эту башенку, но я могу испортить. Я могу ее
испортить просто этим светом. Но будет она прям именно вот голубым таким цветом насыщенным. Готовы к опасному моменту? Так. Сейчас. Беру акриловую матовую художественную краску, очень насыщенную, и исключительно ей прорисую только вот этот эту башню Ксардаса. Мне надо было потоньше ее сделать, слишком широкая. Да, сейчас я напортачу. Потому что вот уже начал портачить. Так, тогда сделаем так. Так, порисовываем. Был хороший чел. Я расстроил его тем, что ляпнул что-то не то. Он подумал. Блин, жаль. Мне действительно жаль. Пит Тверкович, ты хороший чел, как и остальные, кто смотрит. Глупость какую-то сказал, что не доверял тебе, типа, раньше, а сейчас доверяю. Из-за чертового этого инстаграма. Нахрен он нужен вообще? Если ты можешь, если у тебя успешно, пожалуйста. Блин, я испортил. Капец, испортил. Аж не испортил краской. Ладно, может, тогда продолжу небо краской этой. Ну все. Хотя все равно будет черно-белым в итоге. Не будет видно этого всего цвета. Но я оставлю один вариант цвета, другой в таком варианте. Хотя обычно никому не нравится в цвете под рисунки. Нравятся черно-белые рисунки.
I just love you. I just love you. Так. Сейчас я поем немножко и продолжу. К тому же я устал. Я в носках стою. Когда долго стоишь, рисуешь, что потом ступни болят очень сильно. Нужно какую-то толстую подошву. Может даже в ботинках стоять. Точнее, в кроссовках со стельками. В общем, ладно. Сейчас. Это первая часть.